Назарбаев продолжает руками преемника воровать пункты из программы ДВК. Сегодня я подписал указ, предусматривающий беспрецедентные меры социальной поддержки нуждающихся граждан. Еще в 2017 году Мухтар Аблязов объявил о кредитной амнистии правительства ДВК. Когда правительство ДВК придет к власти, мы спишем ипотечные займы на кредиты со стоимостью жилья до 30 миллионов тенге. Мебель Такаев имитирует кредитную амнистию, но получается неправдоподобно. Списание касается только многодетных семей и инвалидов и их штрафов по выплатам. Так Назарбаев только помогает своим банкам, очищая портфель. Такаев, разве им этого достаточно? Мы прекрасно помним, как отчаянно женщины отстаивали свои права в акиматах. Мы помним, как Назарбаев воровал деньги из бюджета в свои банки. Это стоило государству более 3 триллионов тенге. Но банки все равно закрылись. Многодетным выделили в 30 раз меньше денег, чем украли себе. Власть в очередной раз ответила обещаниями и дешевым пиаром. Очевидно, они стараются враньем охладить протестную силу народа. Несмотря ни на что, 6 июля сотни тысяч казахстанцев объединятся и прокричат: «Нет нелегитимным выборам! Нет китайской оккупации! Шалкет!» Мне, например, импонирует демократический выбор Казахстана, то есть то, что они говорят.